Пока что все уныло, ребят. Все очень хорошо двигалось. Просто как по маслу, или, как говорят в фильме «Шоссе в никуда», как говно из гусиной жопы. А я по-прежнему сейчас иду по одной и той же схеме. Вот сюда, значит, этот коридор. Здесь у нас сейчас будет ждать клиент. Сейчас он возникнет резко. Так. Это просто замечательно. Так, стоп. Сейчас вот он выбежит, и мы его пристрелим, чтобы нам заранее не страдать. Видишь, он не хочет убегать. Да, вот этого пристрелим тогда. Так, и теперь вот этого. 12 патронов. Вполне хватит. Филигранно. Берем пушку. Там тоже. И сейчас, по крайней мере, в прошлое видео, если не смотрел, сейчас полюбуемся вот здесь красотами. И там, тем более, у нас есть аптечка. Я тебе сейчас постою. Вот отсюда высунемся сейчас для начала. Видишь, его и не видно. Там какая-то бомбежка идет еще. Вот, вот этот красивый вид я имел в виду. Блин, вот, видишь, он начал уже попадать в меня. Это вот по мне жахнуло или почему? Это вот как понимать, подожди. Как это понимать-то? Получается, что вот так же, как с катера. Это с вертолета по мне бьют какой-то базукой. Жестко, жестко. Ну а что я? А вот видео, камера наблюдения. Ну-ка. Ага. Это я правильно сделал. Что сбил камеру, мне кажется. Тебе не кажется, что это правильно было сделано? Сейчас он скажет, тебя засекли. Все равно засекли. Воздушные морские... севера. Так вот же у нас север. Подожди, это не север. В, это не север, это вест. Ладно, ладно, нормально, там можно будет пополнить здоровье. Ну, давай тогда пойдем вот так, отсюда. Из этого коридора, по крайней мере, можно будет отстреливаться. Здесь в меня никто с потолка не попадет. Снизу, сбоку никто не попадет. Сейчас начнут тут все бомбить. А, видимо, там какой-то... Так, подожди, подожди. А давай попробуем спуститься теперь. Давай попробуем вот так сделать. Воздушные морские цели. Это вот воздушная цель прилетела. Не, видишь, в этот самый винт ему бесполезно бить. Винт бесполезно. Ага, сейчас вот. Здесь кто-то выбегает. А, вон они какие бегущие-то, ё-моё, ё-моё, нифига себе, блин. Они скоростные, вы видели? Да. Ну ничего, в Half-Life я уже приучен. В Half-Life я уже приучен к долгим и мытарственным действиям. Ну вот видишь, вот этот раз. Так, подожди. Ну да, подожди, подожди. Тут еще пока... А, вот этого, с этого можно палить. Ну-ка, давай. Где он? Это просто замечательно. А, вот здесь я могу этих всех полоскать пока что, которые спускаются, да? Я думаю, это правильно будет. Вот с этого автомата. Тем более тут бесконечное количество патронов хотя бы. Хотя бы. Вот, видишь, то есть я их отполоскал. Этот десант. Этот улетел, убрался, свалил. Дальше.